Переговорщик прибыл. Повторяю, переговорщик прибыл. Умоляю вас, спасите мою девочку! Стойте! Вы посылаете андроида? Ну все, мы идемте. Что вы делаете? Это же не настоящий человек! Там ты мой ребенок! Не смейте! Капитан Аллен, мое имя Коннор. Андроид прислали из Киберлайф. Он палит по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Снайпера мы сняли его, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. Код деактивации вы применяли? Ну а то первым делом. Вам известно имя? Слушай, сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой странной машиной, либо разберусь я. Thank you.
вашей заботе. Thank you.
то я прыгну! Нет, не надо, я тебя умоляю! Давай, давай, давай! Даниэль! Откуда? Мое имя Конор! Ты знаешь мое имя? Я много о тебе знаю! Я пришел тебя выручить! Я ничего тебе не сделаю. Мы просто поговорим и найдем решение. Говорить? Я не хочу говорить. Поздно уже говорить. Слишком поздно. Ты вооружен? Да. У меня пистолет. Бросай. И смотри мне без резких движений. Вот. Я его бросил. Вы с Сэммой были очень близки, я знаю. Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна. Она меня обманула! А говорила, что любит. А сама врала. Она такая же, как все люди. Даниэль, нет! Тебя хотели заменить на другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной, что я им важен, а был игрушкой, которую можно выбросить, как надоест. Слушай, ты ведь не виноват. Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы. Нет, я не виноват. Я этого не хотел. Я любил, понимаешь? Но для них я был никем. Лишь бы исправно выполнял свои функции. Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Я выполнил твое желание. Ты должен мне довериться. Отпусти ребенка, и я обещаю тебе, что все будет хорошо. Я хочу, чтобы все ушли. И автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Thank you.